мы пускаем пар. Это город Качканар. По железной дороге едет поезд куда-то, пассажиры храпят, допьют водку солдаты, и солдаты кричат, да так громко и матом. Пассажиры храпят, едет поезд куда-то, а я еду домой, впереди еще полтысячи километров. А я еду домой, Качканар, мой город родной, и пускаю дворцами меня из берегов Никифашисты. Я вернулся домой, разливайте ж по стаканам, друзья. Утро рухнет, стена полумрака, и колеса рельсы перестанут стучать. Я сойду по ступенькам на перрон, как когда-то, а там ты меня ждешь, чтобы крепко обнять, крепко обнять. А я еду домой, впереди полтысячи километров. Выпускаем пар, это город Качканар. Вот так Качканар выглядит на Google картах. Это Нижневыйский пруд, хвостохранилище, Сламовое озеро, система карьеров, главный карьер, южная залежь, западный карьер, северный карьер. Здесь расположен буддийский монастырь. А вот тут находится Качканарский ГОК, производящий те самые окатыши. Выпускаем пар, это город Качканар. Смысл. Город Качканар, давайте крикнем, это родина. Мы к ней привыкли, тут наши дома и родной район, тут мои друзья. Мы сердцем в нем. Город Качканар, давайте крикнем, это родина. Мы к ней привыкли, тут наши дома и родной район, тут мои друзья. Мы сердцем в нем. Каждый метр улицы для меня родной. Там, где не был даже, он всегда со мной. Где бы ни был я всегда вспоминаю о
что мою душу греет. И буду я душой тут, и этими стихами про родные улицы, о том, что я с вами. С друзьями рады мы отдохнуть на пляже летом, позагорать, поплавать, но когда вода нагрета. Ближе к вечеру уже посидеть возле костра, отдохнуть от дел и вспомнить о них с утра. Посмотреть на гору, с друзьями выпить пиво, под гитару песни, это выглядит красиво. Понять, что ты дома, и все, что ты видишь, родное назовем мы, и никакой мечты. Город Качканар, давайте крикнем, это родина. Мы не привыкли, тут наши дома, и родной район, тут мои друзья. Мы с сердцем в нем, город Качканар, давайте крикнем, это родина. Мы не привыкли, тут наши дома, и родной район, тут мои друзья. Мы с сердцем в нем. Город Качканар. Давайте крикнем, это родина. Мы не привыкли, тут наши дома, и родной район, тут мои друзья. Мы с сердцем в нем. Город Качканар, давайте крикнем, это родина. Мы не привыкли, тут наши дома, и родной район, тут мои друзья. Мы с сердцем в нем. Ну все, дальше шлагбаум не проехать. А так вообще по этой дорожке можно на монастырь буддийский добраться. В 2012 году мы с сыном решили посетить монастырь буддийский Шедрук Линг. Путь к нему начинается от Александровского карьера по горной дорожке, примерно 12 километров. Мы были летом, очень жарко было, воды мало взяли, еле-еле дошли, очень тяжело на последних метрах подъема было. Добрались до мантра-крутилок, покрутили, так сказать, прочитали мантры. Вот это ступа, вот это жилой корпус монастыря, братский корпус, так сказать, курум на подъеме. Есть даже канатная дорога небольшая, какие-то грузы перемещать на самый верх, вот туда вот. Здесь какая-то надпись на санскрите. Это на входе вот такая пагода стоит. Это ступка. Хозяйственные постройки. Здесь у них козы, куры, огородики небольшие. Воду добывают между камней, которые скапливаются. Вот так приносят. Здесь огороды и деревья всякие растут. Это типа верблюд, скала. Здесь мы искали дорожку, тропинку нашли. И уже по ней пошли дальше. Это нас сопровождает один из монахов. Всю дорогу за нами ходил, все показывал. Ну, все посмотрели, красота сверху, очень здорово, но Качканар вид красивый, скалы всякие разные, опять скала вырвет. Породу повезли. Харам Ванадий.
Кочканарчика. Такой электровозик карьерный. Субтитры сделал DimaTorzok.
Качканарский ГОК. И вот там заводное управление.
это город Качканар. Ах, гостиница моя, ах, гостиница. Незакрытые окна. Cold wind in my face. На обед был рассольник. Я не ел, just in case. Только в номер селились. Качканарская гостиница «Пятерочка» останавливалась очень много известных, знаменитых людей. Ах, гостиница моя, ах, гостиница. Выпускаем пар, это город Качканар. Сказано, наши рифмы продают время. Они не будут смазаны. 2001 рождения, новой звезды на небе. Втыкаешь, разбираешься в нашей системе. Я MC, мне бы кто бы заплатил. Ты признай меня, коллега, я на все уже забил. Из пластилина мы лепим фонограмму. Установка еле дышит, скачет энцефалограмма. Система самодельная, студия на хате. Провода везде, да, даже под кроватью. Скажу тебе одно: рэп вечен, тобой замечен и людьми повсеместно встречен. Пара слов о том, о сём, обо всём, ни о чём. Ни о чём. Вот так и живём. Второй альбом, второй подгон, всемиром. А сейчас вместе мы в припев споём. В серединке среднего Урала неустанно музыка играла. Строчку мы забыли. Потому что мы из Качканара. Потому что мы из Качканара. Don't stop rap, диктат, хип-хоп нация. Мы плетем рифмы и овации. Система включена, значит мы уже поем. Не стоим, живем, плетем. Пьем, пьем слово по мозгу. Кому? Выпускаем пар, это город Качканар. Опу...